Самое первое решение об открытии у Гомеле областной больницы было принято еще в 1939 году. Другая спроба датуется 41-м, але Великая Чинная гэтые планы реализовать не дозволила. И только праз год после вызволения Гомеля установа начала свою деятельность. Сегодня это буйнейший в регионе шматпрофильный стационар, який оказывает медицинскую допомогу жыхарам Беларуси и замежным громадянам. Каждый месяц тут проводится амаль 1000 операций, каля 30 что день. А проша того, с гэтага года на базе областной больницы жыхарам региона начали оказывать новые виды медицинской допомоги. Тут открылось хирургичное таракальное отделение, якое ранее размещалось на базе областного туберкулезного диспансера. Переезд в областную больницу тлумачится более значными техничными махчимостями по выкористанию сучасного диагностичного и лечебного обсталявания. Причем оказывать допомогу доводится не только людям с природженными або набытыми патологиями. Опеки стравоводу, иншародные предметы у страунику и дыхальных шляхах. Люди часто поводят себе вельми бесклопотно. Практически все врачи отделения владеют и как бы рентгенологическими методами обследования, то есть самостоятельно смотрят, описывают рентгенограммы, так и владеют эндоскопией, то есть в состоянии удалить инородное тело из дыхательных путей, из пищевода. Вот, оказать помощь пациенту. Хирургичная, терапевтичная, акушерско-гинекологичная, диагностичная, агульно-больничная. Уже только по назве деющих у областной больницы отделений можно мерковать об разностайности медицинской допомоги, якая оказывается насельництву. Что тычется ее узровню, то думки на гэты конт можно будет еще раз почуть на проконце гэтага тыдня, коли у Гомеле пройдут урашистости, промеркованные до юбилея установы. Причем, с уликом шматпрофильности областной больницы, гэта будут сапраўды профессийные меркаванні. У нас в регионе Гомельская областная клиническая больница – это самое мощное лечебное учреждение по своей многопрофильности, по подбору кадров, по количеству медицинского персонала. В больнице работают почти 2300 сотрудников. Большинство из них аттестованы на первые и высшие квалификационные категории. Мы оказываем, кроме лечебной, организационно-консультативную помощь районным учреждениям здравоохранения. Регулярно выезжают специалисты Гомельской областной бригады в составе многопрофильных бригад. У нас есть график выездов, утвержденный Главным управлением здравоохранения. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».